Приветствую, друзья! Сегодня покажу, как сделать симпатичную лучистую звездочку. Нам потребуется 8 квадратных листов бумаги. Я возьму 5 на 5 сантиметров. Ну, для примера используем листок чуть больше. Начинаем с того, что складываем квадрат по диагонали в одну сторону, затем в другую. После этого переворачиваем листок и складываем его пополам, а затем еще раз пополам. Используя сделанные складки, сворачиваем фигуру в двойной квадрат. Подгибаем к центральной линии правую и левую часть фигуры. Затем отгибаем обратно и поднимаем часть листа вверх, складываем боковые части. Получаем вот такую фигуру. Переворачиваем на другую сторону. Теперь подгибаем нижний угол вверх, а затем отгибаем вершину к основанию треугольника. Вот такой модуль у нас получился. Для звездочки делаем чуть меньшего размера в количестве 8 штук. Скрепляем модули при помощи клея. Раскрываем, промазываем клеем боковую часть и соединяем со вторым модулем. С обратной стороны часть первого модуля должна быть заправлена под маленький треугольник. Также прикрепляем ко второму модулю третий и так далее. Склеиваем между собой все 8 модулей. Основная часть склеена, добавим несколько деталей. Части звездочки, которые направлены к центру, отгибаем к краю до треугольника. Отгибаем все 8 треугольников. В итоге получается вот такая лучистая звездочка. Как она вам? Напишите в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал Artvium, тут вы найдете еще много интересного.